Депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая встретилась с жителями Литвинова в ходе своего рабочего визита. В рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение» на базе центральной клубной системы Литвинова теперь будет работать секция скандинавской ходьбы. Весь необходимый инвентарь депутат подарила, а значит, все желающие люди солидного возраста смогут заниматься этой полезной разновидностью физической нагрузки. Проект «Старшее поколение» помогает вовлекать людей пожилого возраста в активную социальную жизнь и укреплять здоровье. Я очень рада, что в вашем прекрасном поселении будет открыт клуб по скандинавской ходьбе. Это любимое мое занятие, это очень полезное занятие. Оно фактически не имеет никаких противопоказаний, просто нужно взять палки и пару раз взять урок у инструктора. После этого Ирина Слуцкая провела заседание с местными единороссами и обсудила с ними актуальные проблемы, с которыми недавно обращались жители в рамках онлайн-приема граждан. Далее депутат совместно с молодогвардейцами привезли продукты одной из жительниц Литвинова. Адресная помощь от партии волонтеров. Мы привезли продуктовый набор и очень рады, что все на сегодня получилось, все сложилось хорошо. Идем работать дальше и хочу поздравить всех с наступающим 8 марта, пожелать всего самого-самого хорошего. Депутат также побывала в местной школе, чтобы оценить качество обедов школьников. Слуцкая попробовала, чем питаются учащиеся, и осталась довольна качеством продуктов. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.